Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Эдуард Питерцев. И сегодня я хочу вас поздравить с наступающим новым 2016 годом. Поделиться секретами, благодаря которым вы в следующем году добьетесь очень много результатов. Это проверено лично на мне, потому что я в прошлом году в это время, а это время волшебства, когда начинается Новый год и праздник Новый год, можно загадывать много, и это сбудется. Что для этого необходимо сделать? То есть перед тем, как наступит ночь на Новый год, да, необходимо написать на бумажке самые сокровенные ваши желания, которые вы хотите получить в новом году. Только искренние желания от вашего сердца, не от головы, как говорится, которая думает, а от именно от вашего сердца. Положить под елочку, и таким способом вы передадите свои желания тем, кто их исполняет. Но еще что хорошо, что у нас в России есть несколько возможностей так сделать. У нас ведь есть Новый год, есть Старый Новый год и есть Рождество. Поэтому каждый из этих моментов вы можете, ну если не успели на Новый год, то можно в Рождество. Ну и самое главное, хочу, чтобы сбылись все ваши сердечные, душевные желания, которые вы сами себе иногда, может быть, скрываете от себя. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам всего самого лучшего. И самое главное – это любви, счастья и успеха. Пусть этот год, год обезьянки, будет для вас очень успешным. С Новым годом! Пока-пока!